Здравствуйте, это канал Максимадзе и Hello Neighbor моды сегодня у нас. И сегодняшний мод будет называться New Memories. New Memories, и автор его именует себя Сталт. И он уже далеко не в первый раз в наших роликах. Очень далеко не в первый раз. У нас большинство модов, по-моему, от него. У него очень классные моды, и нажимаем начать игру с модификациями. И нажимаем старт. Выскакивает такое вот меню у нас. Enter. Просят нас нажать. Просят, рекомендуют играть с наушниками, но... Я и так могу, у меня хорошие колонки, хоть и старые. Видим вот такую вот заставку. Вот у нее в бумажке было написано чисто Рэй, а он оглянулся на Рейвенбрукс, Вороньи ручьи, и, видимо, решает поехать все-таки туда. И мы видим сейчас, в данный момент, фиг знает чего. И одно из них красное. Рейвенбрукс. Так, в этом моде есть скримеры и страшные звуки. Играйте на свой страх и риск. Ладно, хорошо. Короче говоря, дом из прототипа у нас здесь, но, судя по всему, только первый и второй этаж, других этажей нету. И что-то как-то подлагивает прямо вообще. Давайте посмотрим сначала свой дом. Наш дом выглядит весьма впечатляюще. Ничего не показывает телевизор. И здесь ничего толком-то и нету. Прикольно, прикольно. С нашим домом довольно-таки все хорошо. Давайте смотреть, что сзади у нас находится. Есть лестница. Надо в тот дом еще, наверное, заглянуть. Ай, блин. Ладно. Наш дом мы вроде как осмотрели. Давайте изучать дом соседа. А, нет, давайте сначала в этот дом зайдем. Посмотрим, что у нас здесь. Заперто. Ну, там кровать и комод, ничего больше. А что у нас здесь? Искупаться, что ли? Нет, не время. Ветряные вот эти вот штуки. Там еще что-то есть. Давайте глянем. Если туда вообще подойти можно. Там вышка какая-то. Ветряная электростанция. Типа что-то как-то... Что-то типа того. Давайте залезем, посмотрим, что здесь. Сразу что-то за карту решил. Ну как, карты посмотреть. Вот туда что-то есть. Тут есть ружье. И оно выстреливает даже. Прикольно. Пригодится, пожалуй. О! Блин, а то отсюда прикольный вид, я думаю. Ну-ка, давайте посмотрим.
Ну, соседа мы с такого расстояния, конечно, не увидим. Но прикольно, прикольно. Прикольное ружье. Мощное, я так понимаю, выстреливает. Но дальше не пойдем. Тут какие-то деревья странные уже пошли. А, тут все, пределы карты. Нам надо идти туда. Вот тропинка. Идем по тропинке. Ладно, тут мы вроде все изучили. Давайте изучать дом соседа. Посмотрим, что он из себя представляет. Так, ну-ка. Твою мать! Что-то похожее, кстати, было в моде Hide and Secrets. В полной версии, да, вот недавно совсем. Ох, нифига себе, тут как-то даже по-другому все смотрится. Да что ж такое, а? Ой, что-то как-то все лагает прям вообще. Надо графику, наверное, понизить. Ну-ка, если разрешение я чуть-чуть понижу. Потому что как-то тени, постобработку, это все менять неохота. Не, нифига, или... Хотя, возможно, чтобы это разрешение встало, активизировалось, надо, по-моему, игру перезапускать. По-моему. Нет, вроде разрешение достается, но лагать не перестает от этого. А если еще меньше поставлю? Да и меньше уже и некуда, по-моему. И все равно лагает. Давайте тогда другие настройки уменьшать. Это обратно поставим. Вот тени больше всего жрут. О, вот сейчас лагать перестало, но графика стала похуже. Но придется так играть. Тут нужен компьютер помощнее, чем у меня, чтобы комфортно с этим играть. Опа! Ёшкин кот, какой внезапный, а! И ружье кверху осталось. Хорошо, что у нас не пропадают вещи. Внезапный сосед. Так, нам нужен ключ и этот доск. И ломик, собственно. Или молоток. Не знаю, что у нас тут будет. Будем смотреть, что куда можно применить. И что где можно найти. А тут, я смотрю, вообще перестановка. Здесь теперь не гостиная, ну, без телевизора. А здесь кухня у нас. Что же у нас тогда там места нет? Комоды давайте обшарим, посмотрим. Может, что-то запросто полезное найдется. Как вот один человек говорил, что вот большой недостаток дома из прототипа, это то, что в нем бегать. Очень тяжело бегать в нем. Эта штука не открывается. Но вентиль по-любому парой годится где-то. Смотрим, что здесь. Здесь у нас что-то имеется. Обалдеть, сколько тут ботинок. Мусор тут слишком много. Он что-то сказал даже, по-моему, сосед. А где, кстати, моделька-то наша? Почему это? Мы не видим ног, рук своих. Вентиль по воздуху летает. Посмотрим, что здесь. Гаечный ключ. А, он не берется.
Ага. Кухня с гостиной, короче, местами поменялись. Промахнулся. Ага. А сарайчик, надо ключик найти от него. Проверим второй этаж. Надеюсь, он хороший здесь. Ну да, выглядит, по крайней мере, для начала неплохо. Да что-то там забито, какая-то картина там. Судя по звуку, что-то где-то горит. Так, ломик нужен нам здесь. А здесь у нас чего? Ванна такая, ванна довольно-таки просторная. Хотя не каждому понравится такое. Решетку эту как-то надо открывать. Странный какой-то шкаф, как-то по-другому выглядит. Ничего себе! Вот это идея, блин. Хитроумно сделано. Давайте закроемся. В шкафу есть секретный проход. Ничего себе! Это рычажок, только немного недоделанный, правда. Надо. Там ключ внутри. Вот для чего нужен вентиль. Отлично, теперь его спокойно взять можно. Ну что ж, неплохо так выглядит. Секретная комната, секретная. Там что-то есть. А, обратно уже не включается. А если так? Да фиг с ним. Блин, вот это прикольно. Со шкафом сделали реально. И причем комната-то самая секретная, классная. Опа. Это что, магнит, что ли? Это магнит. Для чего-то, наверное, пригодится. Ух! Да. Сосед жесткий. Включим его. И вернемся на второй этаж. Это не от сарая или ключ, кстати? Давайте проверим. Давайте попробуем на сарайчике его. Точно, только. А, нет, нет. Ключ он почему-то вставился, но это ключ не от него. Может, ключ от подвала тогда? И тоже не от него. Но вот это недоработка немного, что вот. А, тогда может отсюда? О, вот. А этот подходит. Я догадываюсь, что открылось. Наверное, решетка-то открылась. Которая вот здесь где-то была. Да, точно. Точно, именно так. Так, вот тут. Блин, что тут? Что-то тут, наверное, есть интересное. Хотя не наблюдаю, честно говоря. Может, не знаю, нужно ли этого сжигать или нет. В всяком случае, тут нигде нету инструкции, типа, сожги, получи ключ. Хотя, может, где-то и найдется. Опа. Убрали какую-то доску.
комната с камерами там. По-моему, это, кстати, наверное, вот это. О, точно. Вот эта дверь. И тут не только камера, вот это ключ от сарая. Это точно ключ от сарая. Больше ничего нету здесь. Прикольная комната, как она нравится мне. Давайте приготовим оружие. Так, это от сарая, то вот по-любому прям. Да. Лопата, а лопата, ну это землю где-то копать надо, значит. Хорошо, ломик раздобыли мы. Ломиком нам надо открыть дверь, которая на втором этаже там была. Ну и дверь от подвала, наверное, тоже. Попробуем, давайте. Интересно, зачем затемнением это делать? Надо. Блин, не туда. Ну, а это уже, наверное, ключ от подвала. Точно. Надеюсь, подвал будет не маленьким, а то что-то как-то маловато для дома, для самого было. О, лифт. Такое у нас было... Может, настройки уже можно поставить обратно нормальные? В моде Hide and Secret тоже был лифт такой же. Посмотрим, куда он тут нас приведет. Опа! Это что еще такое? Хитроумно сделано. А что нас туда не пускают? Нож. Нож, кстати, нож как в CSGO, кстати, по-моему. Че он не берется, кстати? Нас поймают сейчас, что ли? Опа! И вон нас тут ловит. Зашибись. А ведь на полу даже что-то типа полосы было, по-моему. Что типа за нее заступать, наверное, нельзя. О, look who woke up just in time. Well, I have one question for you. У меня для тебя вопрос один есть. I will have to kill you. You see that gun on the table? Видишь пистолет на столе? But let's not worry about that. Now let's get to the actual question. Why do you wait? How'd you get that? Эй, стоп! Вот так вот пристрелил он его, замечательно. Это он уснул за рулем. Это все Бусон, он уснул за рулем. Да, видимо, этот сосед или этот страшный человек, короче, не знал, что у нас был нож. И мы развязались. И нас преследует этот же сосед. И устраивает ДТП для нас. Что дальше? Спасибо, что выбрали и сыграли в мой мод. Создан был за 2 месяца. И, короче,
Короче, вот наш сет, жутковатый тип. Глаза у него какие-то странные очень. Короче, этому моду поставлю плюсик. Он немножко слабее, чем предыдущие моды. Ну, он какой-то более короткий, что ли. Он слишком короткий получился. Ну и было бы неплохо и остальные бы этажи тоже добавить. Но, судя по тому, что написано, никаких новых версий этого мода не ожидается. Хотя было бы неплохо, чтобы добавили там третий, четвертый этаж. Было бы прикольно. Ну а так, мод очень даже неплохой, мне понравился. Всем спасибо за просмотр, с вас Ликос. Подписывайтесь с меня, обещаю видос, бат, без здесь, на мой стримский канал, блоговый канал, вступайте в ВКонтакте, и всем пока.